Добрый день, с вами Юрий Гесберг. Вы специалист рынка безопасности, но почему-то в Яндексе у вас не установлен виджет «Обзор рынка безопасности». Это не беда. В адресной строке браузера забиваете вот такой адрес. Клик. Тут же появляется предложение добавить данный виджет. Сохранить. Все. Виджет установлен, теперь вы в курсе всего происходящего на рынке безопасности. Хорошо? Конечно, хорошо, но все же как-то не очень хорошо. А что нехорошо? Ну, как-то этот виджет не на месте. Что значит не на месте? А на каком он должен быть месте? Ну, хочется, чтобы он как-то радовал глаз. Да нет, ничего проще. Смотрите, вот тут сверху в Яндексе есть колесико. Оно называется «Настройка». Кликаем по нему и выбираем «Настроить Яндекс». Смотрите, теперь любой виджет можно двинуть туда, куда хотите. Помните, в детстве была такая игра 15? Ну вот здесь то же самое. Можно играть сколько угодно. Берем виджет, тащим куда хотим и устанавливаем его там, где нам хочется. Можно здесь, а можно здесь или здесь. Это называется drag and drop. При случае, где-нибудь на собеседовании, вы можете вернуть, мол, я владею технологией drag and drop. И на вас уже будут смотреть, как на высококлассного специалиста. Потом... Много лет спустя будете вспоминать, как ваша головокружительная карьера начиналась именно с этого виджета. Итак, выбрали место для виджета, которое радует глаз? Отлично. После этого кликайте «Сохранить». Теперь действительно красиво. Просто глаз радуется. Даже не один, а сразу оба глаза.